таке бажання створити ідеальне тіло призводить до збільшення людей у спортивних залах, до покращення їхнього життя, до участі у марафонах. І саме про такі марафони будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Анна Вірова, тренерка і дієтологиня. І дуже рада бачити вас, пані Аню, сьогодні у нашій студії, бо ми будемо говорити і про марафони, і про те, як брати в них участь, і що вони вам дадуть для вашого тіла, для вашого розуміння усього, що відбувається навкруги. Бо марафон – це непросте заняття, як потім з'ясувалося вже після того, коли люди починають брати в них участь, коли вони мають результат і дивляться, порівнюють себе до марафону і після. Так от, що ж таке марафон? Чому вони стали зараз такі популярні? І мережа, і Інстаграм, Фейсбук, все мерехтить марафонами і закликають, особливо дієтологи та тренери, до участі в марафонах. Що ж це таке? Юлечка, здравствуйте. Мне тоже очень приятно вас видеть. Я действующий диетолог уже практически более чем 7 лет. В основе, может быть, возможно, лет 5 назад, это была еще школа диетологии, которая проходилась только офлайн. И вариант просматривать манеру питания, отслеживать манеру питания онлайн казалось крайне тяжело. То есть нет такого контроля, нет такого результата, эффекта. Но ввиду инфопродукта, инфобизнеса всего в Инстаграме, Телеграме, конечно, это на пике популярности. Не только в этом году, но и многое количество лет назад, я думаю, еще энное количество лет вперед. Почему? Потому что в марафоне может принять абсолютно каждый человек, находящийся в любой точке мира. Вы можете принять участие абсолютно с любым куратором, с любым тренером, с любым диетологом. Поэтому это огромный-огромный плюс. В моих марафонах, в частности, принимают как девочки с Украины, Грузия, Россия, Польша и в нынешнем марафоне даже с Испанией уже принимают участие. Поэтому это, конечно, очень удобно, когда ты 24 часа, у тебя есть поддержка, информативная поддержка, мнение экспертов, информативные лекции, которые тебе четко показывают, почему такое питание, почему именно такой баланс. То есть каждый человек, он более глубже смотрит на свое питание, не просто как лист с меню, а конкретно, почему эти компоненты, почему они наполняют нас, зачем они нужны нам утром, зачем они нужны вечером. И это очень круто. И в нынешнее время марафоны это достаточно краткосрочные марафоны, то есть это не месяц, не два, потому что вопрос с питанием, он прорабатывается, это ежедневный вопрос, он не заканчивается на 21 день. Але да? Продуктивні. Ми коли бачимо очень... результат, ми можемо побачити перші якісь вже результати, другі, треті і останні, і от ті якраз останні результати нас завжди дивують. І ти думаєш, ну як же, можна ж було самому пройти це все, а коли ти береш участь у марафоні, то якраз той результат, він стає кращим набагато. Почему результат? Первый основной фактор – это же, конечно, контроль эксперта. То есть очень важны марафоны, когда есть обратная связь. Не просто расписанное меню, какой-то план, распорядок, а действительно обратная связь. В моих марафонах даже есть суть построения, мотивации, то есть как человек должен быть включен, да, образно говоря, включен в сам фокус внимания 21 день, как ему пробыть 21 день, не теряя той же мотивации. То есть первое, это же, конечно же, экспертное мнение. То есть всегда есть консультант рядом, диетолог, который может тебе ответить в любое время на протяжении всего марафона и дальше больше, потому что далее мы тоже дружим с девочками, тоже какие-то горячие вопросы, да просто жизненные покупки продуктов, они тоже обращаются, всегда с радостью помогаю. Второй момент, максимальная концентрация и контроль, конечно же, то есть самостоятельно это всегда тяжелее, всегда, любой процесс самостоятельно делать тяжелее. Когда за спиной стоит наставник, это дает определенную уверенность, это дает энергии двигаться и прожить 21 день с удовольствием, с большим удовольствием, не против своей силы, а действительно с хорошим результатом. Поэтому такие результаты, девочки заряженные, они включаются, видят, они слушают, они принимают, и это очень важно. Ну, то есть выходит такой контроль, так, контроль якости, контроль конечно, того, что вы робите спочатку и уже потом. Да, каждый шаг. Чи можно втриматись? Добре, марафон пройшли вони, 21 день вони стали іншими людьми, а ось далі їхнє життя залежить від того, чи будуть вони послідовними. Зачастую я рекомендую своим участницам, не только своим, даже тем, с той аудиторией, с которой пересекаюсь,
практически регулярно быть на марафонах. Это очень полезно, потому что зимой это один вид питания, весной это другой вид питания. Это может быть разная схема питания, она тоже может меняться. Тем более, если цель снизить вес и корректировать фигуру, с питанием нужно работать. Угу. Если все окей, хочется просто удерживать вес. Да, это может быть просто обычная тарелка, обычный рацион, вполне. Но периодически участвовать в марафоне. Зачастую между ними есть какой-то рубеж, какое-то время, чтобы вот немножко выдохнуть, где-то расслабиться тоже нужно. Для нашей гормональной системы тоже некорректно все время держать себя в рамках. То есть должны быть какие-то отходы-приходы от того же рациона, где-то расслабиться, где-то включиться, где-то собраться, одним словом. Психологически это легче. То есть 2-3 недели взять какую-то паузу, попробовать попитаться по этому меню. Потом искать или новый марафон, или нового эксперта, или к тому же эксперту, с которым тебе комфортно получать результат. Очень многие девочки, которые из марафона в марафон шагают со мной, то есть 5-й марафон, и у них значительные результаты до и после. Они даже сами порой не осознают, какими они были до. То есть, имея определенное фоторезультат, конечно, они меняются. Они меняются не только внешне, но и меняются изнутри. Это видно. Глаз горит, и жизнь меняется. Так, я знаю, що у вас такий великий потік, весь час люди звертаються, вас розуміють, бачать, і це дуже добре, що є зв'язок з іншими країнами, і ви можете порівняти. От, наприклад, дівчата українські, як вони ставляться до свого здоров'я, до свого життя, до тренувань, до того, що відбувається з ними, і ми можемо порівняти, наприклад, з дівчатами, які живуть, наприклад, в теплих країнах, так? Чи з дівчатами, які навпаки живуть в більш прохолодному кліматичних умовах. І ми можемо сказати, там дівчатка лучше, да? Да, можливо, не знаю, там більш зібрані, чи ні? Вы знаете, вопрос быть молодой, быть здоровой, быть красивой, он во все времена, во все года и в каждой стране. Абсолютно. Тут даже я не различала континенты, страны. Каждая женщина хочет быть здоровой, молодой и красивой. Просто, возможно, дистанция у всех разная. Кто-то это оперативнее делает, кто-то это более немножечко медленнее. Но вот я бы не брала, не разделяла бы по странам, по городам. Женки скрізь однакові. Да, однозначно, однозначно. И цель у них всегда одна. З приводу того, як харчуватись і як тримати форму, є дуже велика кількість тренерів, які теж ведуть блоги, можна побачити, як вони тренуються. І коли ти бачиш, що людина просто перекачана, не знаю, як на мене, то якщо просто струнка дівчина, то вона, мабуть, більше привертає уваги, ніж дівчина, в якої там все є багато. Ну, це, звичайно, вибір кожного. Але хочеться от якраз запитати вас, чи мода відіграє таку велику роль у ставленні жінки до себе, у ставленні до фізичних навантажень? Наприклад, сьогодні там модні сідниці великі, так? Завтра вони можуть бути меншими, а ви вже зробили над собою зусилля і ви змінили свою фігуру. А що далі? Потім знову будете змінювати на іншу моду? Чи як ви взагалі ставитесь до себе? Здесь все-таки зависит от приоритетов и целей задач каждого человека. В определенный период, да, будем брать больше женскую аудиторию, мужскую пока отставим. Конечно, кто-то хочет больше объемы, кто-то хочет просто быть худенькой. Вполне этого достаточно. Кто-то на определенном периоде, 2 года я хочу быть с хорошей попой, 2 потом, следующий период я хочу быть худенькой, потом я еще не знаю, я что-то буду хочу. Это женский организм, это женская логика, она все время меняется. Тут даже, наверное, дело не в моде, а в личном твоем росте, в твоем возрастном диапазоне. То есть постродовые мамочки, у них совсем другие цели, да, то есть у них немножко вопрос там больших ягодиц, да, накачать именно, сделать объемную гипертрофическую попу, чуть-чуть откладываться, да, вот вопрос первичный, да, это быть худенькой, быть стройненькой, подтянуться, а потом уже накладываются другие цели. И нет предела совершенства. Очень многие девчонки, которые, добившись одной цели, просто похудела. Так, хочу более плотные мышцы. Нет, хочу более большие мышцы. Нет, хочу снова еще раз похудеть. А это потом постоянно... на змагання? Это отдельная история. Это вообще отдельная история. Это всего достигли. Да, то есть у каждого свои претензии, и они меняются. Нет четкой константы, которая определенная там
да, часть населения желает быть в одной форме, другой нет. Это личная психология каждого человека. И у каждого каждый год свои определенные цели и задачи. Ань, а как вы так варьюете между одними, другими, третьими? Как вы им помогаете? Чи є ваша думка, експертна? Можете ви порадити одній дівчині скинути вагу, іншій навпаки додати її? Ви знаєте, все залежить, звісно, від ісходних даних і желання самого клієнта. Но, опять же, здравий смисл і здоровий метод тренувань і питання, він завжди преобладает. Я стараюсь все-таки, конечно, объяснить с этой точки зрения. Для здоровья полезно вот так-то, 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 так-то. То есть, если мы хотим определить какую-то цель, нам нужно поставить, да, какие-то сроки выполнения. То есть, я больше склоняюсь, чтобы это был недолгосрочный период, да, потому что нарастить ягодицу, похудеться на 20 килограмм – это долгосрочный период. Что мы можем сделать в первую неделю, да, допустим? А так можно? Ну, скоро Новый рік. Мы можем до Нового року? Вот первая неделя. Что мы можем? Какие у нас цели и задачи? Давайте просто вот немножко снизить вес, да, немножко придать упругость. Мы уже три действия можем с вами сделать, три глагола. К примеру, сходить на тренировку, кушать больше зелени, пить больше воды. Это элементарные, да, вещи, которые не составят нам труда сделать в течение этой недели. Окей, на следующую неделю мы можем что-то добавить. То есть не концентрироваться, вот, я хочу быть худой. Нет. Какие действия мы к этой цели можем каждую неделю построить? И что мы можем легко сделать, не напрягаясь? І все, за цей тиждень, коли ми будемо просто підемо на тренування два рази на тиждень чи три, навіть. Желательно три. Да. Будемо їсти зелень. Наша ж цель є, поэтому давайте сразу з трьох почнемо. Кушати немножко більше зелені, пить більше води. Все. За тиждень ми побачимо результат. Уже, да, уже весомо. Ага. Ми, по крайней мере, внешне увидим результат, однозначно. А вторую неделю ми что-то добавим. Тоже 2-3 каких-то пункта. И так каждую неделю. То, что нам свойственно и не будет нас немножечко стрессовать. Это важно. Это в любом процессе похудения, набора массы тела. Это тоже очень важно. Делать все, строить плавно и поэтапно. И короткими шажочками. Ну так. Большой цели. И главное ж бачити результаты. Бо якщо ви знаєте, що результат буде через рік, так? А він буде через рік, мабуть, такий сталий. Да, да, все верно. То все хочеться верно. Ж тими маленькими кроками все одно бачити, що є зміни. Там 2 сантиметри пішли, добре. Да, і стоїть об этом говорити. Це дуже хорошо за такий період. Тому що многие действительно хотят там мінус 5 за неделю, 10 сантиметров за месяц там, в об'ємах каких-то. Маленькими шажочками поміняти конституцію тіла, немножечко знизити жирову масу, увеличить чуть-чуть мишечну масу. Вес може бути той же, але якщо внутрі міняється консистенція, це вже значительний шаг. І це 1-2% может быть за неделю. Это тоже хорошо. Значит, динамика движется туда, куда нужно. Ань, втриматись складно? Ну, как сказать, то есть нужно выстраивать свой ежедневный рацион. Давайте вообще просто возьмем вот общую корзину, да? 80% это должна быть обычная тарелка, обычными продуктами, сбалансированными, то, как вот, допустим, на марафону. И 20 оставить себе на небольшие какие-то шалости. Но это не должно Шоколадка. Быть там. Почему бы нет? Ну, тем более женский организм. У нас есть каждая фаза половых гормонов, да, то есть она где-то скачет, где-то понижается. Постоянно держать себя в стрессе, я скажу такую фразу, очень многие марафонщицы меня слышат, потом на срыв колбаса будет пахнуть шоколадом. Или наоборот. Поэтому не должно быть этого. Где-то частично нужно давать себе выдохнуть. Дать гормонам стресса тоже немножко выдохнуть, немножко легче пойти. Когда питание будет в удовольствии, даже с этими маленькими грешочками, оно будет приносить результаты. А что это может быть? Ну, такие маленькие відступи, например? Еда. Конкретно на еде? Ну, тот же шоколад имеет место быть. Все остальное говорить не буду. Давайте остановимся на шоколаде. Насправді, Ань, мабуть, едять все, что завгодно, так? Я думаю, да. Я думаю, да. И самое главное, что они об этом говорят открыто, не скрывают, потому что мы смотрим, как это действует на рационе, как это работает, как это исправить. Это можно исправить действительно, то есть определенными методами. То есть на следующий день какие нужно сделать средства, методы, чтобы немножечко снизить пагубное, да, явление там той или иной. И на одной шоколадке, к сожалению, не останавливаю. Ну, это жизнь, от этого никуда не деться. Постоянно держать себя в жестких рамках тоже не есть нормально. Ань, ну от якщо ми вже так загалом подивимось на всю картину нашого здорового життя, так, то от що б ви порадили робити в першу чергу? Якщо людина, ну, живе, вона має проблеми, звичайно, проблем зараз достатньо, і стресів достатньо, так, то, можливо, якось ми можемо її зараз направити на здоров'я, на фізичні навантаження, бо онлайн-режим, він призводить все ж
до проблем. І мало виходимо ми на вулицю. Таки є, є це. Гуляти треба хоча б 2 години, так? Ну, мабуть, ніхто не зможе цього робити. Тим більше день, всі на роботі, всі зайняті, ввечері вже пізно, вже темно, і люди поспішають додому, так? Це така загальна характеристика зараз того життя, в яке ми потрапили. Тому треба виходити з того, що є, і надолужувати ситуацію, так? Покращувати своє самопочуття. Що ми можемо? Первое, то, что мы можем сделать дома, да, это легкую зарядку, гимнастику, пройтись по всем суставам. Есть такое мнение, молодость, подвижность наших суставов – это молодость нашего опорно-двигательного аппарата. То есть чем они подвижнее, тем, соответственно, человек моложе себя будет чувствовать. Это тоже осанка, это тоже отношение спины, это коленных суставов и других итого, да, которых имеет место быть. Утром 10 минут – пройтись сверху вниз и снизу вверх – это огромный плюс. Это действительно огромный-огромный плюс. Это будет ежедневно. Да? Принять душ, сделать легкую гимнастику, разминку. У вас уже проснется аппетит на завтрак. Очень многие действительно пропускают завтрак. То есть он должен быть. Пускай он не объемный, если тяжело, да, допустим, объемную порцию скушать. Пускай это будет немножко, это будет уже хорошо. И распределить в течение дня свои пищеприемы. Частично, понемножку. То есть не делать больших перерывов. Легкие перекусы, они тоже имеют место быть. Не забывать, что у нас должны быть сезонные фрукты. Хотя бы один фрукт, но сезонный, желательно наш, местного производства, не привезенный. Да? То есть он тоже имеет место быть. Ну, яблоко вот зараз велика кількість. Как раз, да. Плюс у яблока не такое высокое содержание гликемического индекса, то есть наличие сахара, да, образно говоря. Угу. То есть яблоки, да, имеют место быть. Распределить свой рацион. Действительно, больше кушать свежей зелени. Она в огромную помощь. Она вымоет лишний холестерин. Она уберет действие лишних углеводов. Это огромный-огромный плюс. То есть у нас зимой забывают за салат. Первый должен быть салат, а потом вся остальная еда. Анечка, а если они с теплицей? Ничего. Ну, имеет место быть. У нас как бы вариантов других нет. Немає. Да, других вариантов нет. Поэтому, допустим, опять же, можно сезонную. Сейчас капуста какая хотите, образно говоря. Да. То есть она имеет место быть. Да? То есть другая вида зелени, она тоже может иметь место быть. Это может быть даже свежий буряк со свежей капустой, образно говоря. Это то, что ежегодно продается, выращивается на обычной земле, да, образно говоря. Морковь. Не имеет таких концентратов, нитратов. Да, имеет место быть. Так. Желательно свежий. Есть рекомендации все это притушивать, шкварить при паре, да, образно говоря, если есть какие-то определенные рекомендации по желудочно-кишечному тракту. Но если вы здоровы, вы себя хорошо чувствуете, это может быть все в свежем виде. Так, ну і зелень, звичайно, ну нічого, вона з теплиці, але все одно в ній є та клітковина, є набір вітамінів, да. Так, частично, який да. залишається, имеет все место одно быть. Є. Так, тому быть. Зелень ми обов'язково, ми її не виключаємо з раціону, ми будемо да? її і, їсти, так. будемо додавати все, що є там. Ну, я не знаю, гіркі помідори теж, вони, звичайно, тепличні, але все одно имеет теж место быть. І теж один із таких советов, коли ми заходимо в магазин какой-то продуктовий, перше ми обращаємо внимание на зелень. Это первое, что должно быть в нашей пищевой корзине. А далее уже по сбалансированному питанию. Желательно. Так. Ну і що? Є у нас навантаження невеличке. 10 хвилин ми займаємось. Потім добре. Їмо ось таку здорову їжу. Харчуємось правильно. Так? І п'ємо більше води. І да. взимку теж. Однозначно, зимой не нужно забывать о воде. Мы можем в нее добавить лимон, мы можем добавить в нее какие-то специи, мы можем добавить куркуму, она вызывает активный аппетит пить эту воду. То есть мы можем как-то воду нашу разбавить, имбирь, огурец, мята, то есть массу компонентов, которые могут нашу водичку немножечко обогатить, и она пьется легче. Так, ну і звичайно ж тоді ми будемо краще себе почувати. Ань, я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні в нашу студію. Своїм виглядом показуєте, як треба виглядати, бо дуже спасибо. Гарна струнка дівчина. І ті люди, які беруть участь у тих марафонах, які ви пропонуєте, я думаю, вони теж підходять до ідеальної форми, якої хотілося б, а кожній жінці, звичайно, хочеться зараз. І чоловіки приєднуються, вони теж да, хочуть бути гарними. Так, мужчини теж приймають участь, причому вони не стесняються, приймають участь, ні у них якогось стида, сам ничего. Они очень открыты, они открыто сдают отчеты. Молодцы. То есть мужское поколение подтягивается к нам. Это дуже добре. За нацию можно быть спокойным. Тому я вас вітаю з таким успіхом. Хочеться, щоб ви продовжували таку роботу, проводити на такому широкому масштабі. Нехай все буде добре. І всі ми, звичайно ж, врешті-решт таки станемо здоровими, гарними і щасливішими. Так, будемо чекати однозначно. Вас в нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.